Телекомпания «Веневисьон» и телерадиокомпания «Москва» представляют Виктора Камару, Эмму Раббе, Белен Мореро, а также Даниэля Альварадо и Энри Галуэ в телесериале «Самая красивая». Режиссер Маркос Рейес Андраде. 125-я серия. El deseo más torrencial del placer y los desenfrenos. Qué obsesivo este amor casual. Рикардо, продолжай. Ты говорил что-то о покое, уверенности, надежде. Продолжай, Рикардо. Я говорил, что мы должны помочь Левше и Ванессе. Может, их любовь, в отличие от нашей, победит? Спасибо, Рикардо. Даже теперь, при этих обстоятельствах, я очень тебе благодарна. Спасибо. Ради этого ты просил меня прийти. Артуро, я не слышала, как ты вошел. Это точно. Рикардо, тебе, наверное, лучше пойти к Ванессе. Она очень взволнована, чувствует себя одинокой. Ладно. Побудь с ней, пожалуйста. Я иду к ней, только ты, пожалуйста, не задерживайся. Нам надо еще о многом поговорить и многое сделать для Левши и Ванессы. Ну и как ты будешь оправдываться сейчас, Габи? Скажи. Скажи правду. Ведь должна же быть какая-то правда. Она говорила это. Она предсказывала это, Сара. Она ясновидящая. Все это она предсказывала. Перестань. Сейчас гораздо важнее то, что происходит с твоей дочерью. Да, да, но ведь она все это предвидела. А эта девчонка никогда не перестанет создавать проблемы. Впечатление, будто она таким образом хочет привлечь к себе внимание. Как бы то ни было, если с ней что-то творится, то виновата в этом я. Именно я. Поезжай в больницу, Таня. Слушай, сеньора. Таня, скажи Николасу приготовить машину, надо срочно ехать. Давай же, поторапливайся. И ты, Кармен, сходи за сумкой сеньоры. В какой она больнице? В Восточной. Какой ужас. Как она могла решиться на такое? Пойду, соберусь. В чем дело, Патрисия? Эльвира, скажи, что тут происходит? В чем дело? Ванесса пыталась покончить с собой, представляешь? Покончить с собой. Ужасно. Все готово, сеньора. Отлично. Ванесса, но... Почему? Сеньора, я не могу найти вашу сумку. Она в машине. Поехали, поехали скорее. Давай быстрее. Успокойся. Ты слишком взволнована. Спокойнее. Спокойно, да. Хорошо. Так будет лучше. Пусть Эльвира отвлечется и забудет о том, что сказала ей эта шарлатанка. Шарлатанка. Эй, на, глотни. Ну, всего лишь один глоточек, старик. Ну, хочешь? Глотни. Пожалуйста.
Ради бога, не надо. Сейчас меня волнует только мой брат. Он прибежал как сумасшедший, с пистолетом в руке. А Ванесса только-только начала приходить в себя после попытки самоубийства. Ты хоть понимаешь, что это настоящая трагедия? Все остальное не имеет значения. По крайней мере, сейчас. Не имеет значения. Да, понимаю. Извини, Габи. Я похож на ревнивца из дешевой комедии. Извини. Чем я могу помочь? Спасибо, что ты меня понял. Артуру, я позвала тебя, потому что ты снова нужен мне. Как всегда нужен. Хотя Рикардо мне теперь тоже нужен. Что? Что я могу для тебя сделать? Что? В каком качестве я тебе понадобился? В качестве ищейки? Чтобы идти по следу левши, пока ты обнимаешься с этим болтуном? Все сначала. Я снова должен изображать доброго дурня, да? Так, Габриэла? Артуру, я слишком устала. Слишком устала, чтобы заниматься напрасными объяснениями. Поступай, как хочешь. Думай, что хочешь. Я очень устала. Габи. Габриэла! Ты должна выслушать меня. Ну ладно. Хорошо. Я буду искать левшу. А болтун пусть остается с тобой. Я найду его. Найду, слышишь? Уснула. Ну как дела? Ты не очень задержалась. Все нормально. Я знаю, он мне поможет. Он шу или, во всяком случае, будет его искать. Знаешь, Габи, мне кажется, ты очень устала. На тебе лица нет, ты на пределе. Ты не отдыхаешь, надо отдохнуть. Ничего. Ничего, Рикардо. Честное слово, я чувствую себя лучше. Пойдем сока выпьем. Пойдем, любовь моя. И не возражай, я все равно буду так тебя называть, потому что ты действительно моя любовь. И останешься ее навсегда. Пошли. Это же левша. Сурдо! Левша! Эй, левша! Это ты? Что с тобой? Что случилось? Ну и вид у тебя. Что с тобой, левша? Ванесса. Ее сейчас нет. Разве ты не знаешь? Да что с тобой? Левша, что с тобой? Ответь мне. Что случилось? Что случилось? Скажи. Ванесса. Нет. Положение вышло из-под твоего контроля. Это дело с левшой неожиданно осложнилось. Раз я виноват в случившемся, мне исправлять положение. Аурелио, прошу тебя, разреши мне действовать. Тебе надо лечь на дно, пока волнение утихнет. Аурелио, но ты не можешь требовать, чтобы я сидел сложа руки, пока левша будет болтать про нас.
Представляешь, что делает Рикардо Линарес, узнав обо всем? Да. Для тебя это катастрофа, Бэби. А сейчас придется обратиться к специалисту по экстремальным ситуациям. Это большая честь для меня, шеф. Я, как второй человек в команде, не допущу, скажем так, непозволительных оплошностей. Вы можете быть уверены, шеф. Надеюсь, Егор. Возьми самых лучших людей, найди левшу и убей его. Можете считать, шеф, что левши больше не существует. Бэби, подобный случай может поставить крест на твоей блестящей карьере. И все это из-за какого-то ничтожества. Из-за простого хулигана. Ты совершил ошибку, мой любимый ученик. И тебе известно, как подобные ошибки следует исправлять. Где ты был, Демокрасио? Нас срочно собирали на оперативку. А, теперь все ясно. Послушай, я была бы тебе очень признательна, если бы ты вел себя сдержаннее, никаких женщин в рабочее время. Давай поговорим о том, что может заинтересовать тебя. Я вышел на ребят, которые, возможно, связаны с делом левши. Говорят, левша толкал индейца на убийство Рикардо Линареса. А выйдя из тюрьмы, он загадочным образом пропал. О чем ты говоришь? У нас даже дела такого нет. Нам совершенно ничего не известно. И ты никому ничего не скажешь, Линда. Есть подозрение, будто парень, с которым ты живешь, некий Бэйби, замешан в этом деле вместе с левшой. Ты что? Что ты говоришь, приятель? Что вы все прицепились к Бэйби? Тебя тоже что-то не устраивает? А тебе что здесь нужно, пташка? А я вам сейчас все объясню. Выходит, что все же наш приятель Демо прав. Этот ангелочек, что живет с вами, впутал моего брата в темные делишки. Вот так-то. Это он. Я вам говорю, что это он. Он впутал моего брата, понятно? Успокойся, Линда. Эстер, дай я сам во всем разберусь. Пожалуйста. Миранда, возьми себя в руки и выслушай меня. Тебе известно, что левша пытался убить этого Бэйби. Тебе не кажется это странным? Мы должны выяснить, в чем тут дело, Миранда. Это наш долг. Мы обязаны это сделать. Долг? А может, уже эти долги оплачены? Ты что, выдвигаешь официальное обвинение? Ты обвиняешь его официально? Демо, ну, давай. Или ты снова испугаешься этого полицейского в юбке? Значит, это неофициальное обвинение. Тогда знаете, что я вам скажу? Это серьезное учреждение. И я не допущу здесь больше вольностей. Я по горло сыта выходками Артуру. Довольно я его терпела. Что вам от меня надо? Какое вы имеете право вмешиваться? Или ты у индейца этому научился? Не поминай черта к ночи. А почему в этих стенах звучит мое имя? Поверь, я пытался. Но я не знаю, как говорить с ней, как поступать. Ведь она еще ребенок. И особенно меня угнетает то, что она пыталась сделать это, едва начав жить, будучи еще почти ребенком. В этом-то все и дело. Послушай, Рикардо,
Вы все время обращались с ней как с ребенком. А Ванесса уже женщина, с ней надо обращаться на равных, не оскорбляя недомолвками. Она ждет от вас уважения как женщина, которая любит, которая чувствует, как настоящая взрослая женщина. Ладно, ладно, допустим, я был неправ. Но что мне делать теперь? Что? Габи, как мне вести себя с ней? Естественно. Веди себя с ней естественно. Будь самим собой. Быть самим собой? Извини, Габи, что ты имеешь в виду? Будь самим собой, веди себя естественно. Не надо ложной заботливости, недомолвок. Этим вы оттолкнули ее. Ей кажется, что она вам не нужна, что вы ею пренебрегаете. Пойми же, Рикардо. Она уже женщина, у нее есть своя точка зрения, свое мнение. Она мыслит, и вам следует знать это. Честно говоря, Габриэла, я не смотрел на это с подобной точки зрения. Она для меня до сих пор ребенок. На самом деле ты права. Ты права, она уже женщина. Я не хотел признаваться себе в этом, но ты права. Я очень тебе благодарен. Она действительно женщина. И она любит и страдает. Ты права. Вот именно. Рикардо, вот возьми, переоденься. Спасибо, милая. Привет, дорогая. Привет, как живешь? И у тебя хватило наглости прийти сюда? Ты что, издеваешься надо мной, над бедой, случившейся с моей девочкой, с нашей семьей? Тебе мало того, что мы перенесли по вине всей вашей семейки? Мама, пожалуйста, держи себя в руках. Успокойся, пожалуйста. Нет, Рикардо. Я не успокоюсь до тех пор, пока эта нахалка не уберется отсюда. Она и вся ее семья хотят разделаться с нами. Это из-за нее и ее братца моя дочь чуть не умерла. Все из-за них. Из-за этих груберов. Будь они прокляты. Знаете, можете обвинять меня, моего брата, мою семью, в чем угодно. Только Ванессе от этого лучше не станет, потому что страдает она по вашей вине. И в первую очередь из-за вас, Эльвира. Это вы во всем виноваты. Не смей так со мной разговаривать. Ты не имеешь права вмешиваться в наши семейные дела. Ты самая настоящая... Мама, хватит. Я не позволю тебе вести себя так вызывающе. Ты несправедлива. Разве то, что случилось с Ванессой, не открыло тебе глаза на всю правду? Нет, нет, Рикардо, все в порядке. Пусть она продолжает. Меня это не задевает. Только она заблуждается, если думает, что это касается только ее семьи. Вы, видимо, забыли, что Ванесса моя сестра. Пусть мы с ней познакомились не так давно, но это не снимает с меня обязанности помогать ей в трудную минуту. Вроде этой. И спасти ее от этого ада, который зовется ее семьей. Эльвира, неужели ты позволишь этой женщине так с собой разговаривать? Мама, замолчи, пожалуйста. Придется признать очевидное. Ты, папа, я, мы все виноваты в том, что Ванесса оказалась на больничной койке. Что ты говоришь, Рикардо? Да я никогда... Я никогда! Вот именно, мама, ты никогда и ничего. В этом все дело. Габриэла, пойдем отсюда. Мама, постарайся понять, иначе все закончится трагедией. Что случилось? Что-то в доме слишком тихо. Слишком тихо, чтобы все было в порядке. Пойдем, Федерико. У меня к тебе дело, мы должны поговорить. Я не совсем здоров и не собирался идти в Тропебелью. Я сейчас не способен принимать решения. Извини. Прости меня. Ты что, ничего не знаешь? А что я должен знать? О Ванессе, Федерико, о Ванессе. Что случилось с Ванессой? Подражая Ромео и Джульетте, она пыталась покончить с собой. Что? Да.
перерезала себе вены и чуть было не умерла. Сейчас она в больнице. И все из-за этого сынка твоей любезной Габриэлы Грубер. По правде говоря, кто-то должен был сделать то, что ты сейчас сделала. Это, конечно, так, но все же будет лучше, если я подожду тебя здесь. Позвоню, узнать, не нашелся ли душа. Договорились? Если что, дай мне знать. Сообщи мне. Хорошо, Рикардо. Мама, пожалуйста, Рикардо. Не начинай все сначала. Ванессы нет. Она исчезла. Как исчезла? Вот так? Ее там нет. Сеньорита, вы понимаете, чем это обернется для больницы и для вас? А эта девушка, где она сейчас? Где она? Вы не знаете? Доктор, я понятия не имею, как ей удалось сбежать. Что это значит? Где моя сестра? Мы нигде не можем ее найти, Рикардо. Она убежала. И вы так спокойно об этом говорите? Успокойтесь, пожалуйста, мы знаем, насколько это серьезно. Но и вам следует понять, что... Доктор, вы отвечаете за жизнь моей сестры. Я камня на камне не оставлю от этой больницы. Пожалуйста, Ириана, позвони отцу, предупреди его. Патрисия, позвони туда, где Ванесса может появиться. Вам лучше поставить в известность о случившемся директора больницы. Мама, побудь здесь. Габриэла, пойдем. Я знал, что когда-то этот парень попадется. Но он мне не внушал доверия. Теперь можно сказать, что денечки его сочтены. А у вас есть конкретные доказательства против него? Есть конкретные доказательства? Какие тебе доказательства нужны? Посмотри на моего брата, что с ним сделал этот ангелочек, за личиком которого прячется дьявол. Настоящий дьявол. А кто тебе сказал, что это является доказательством? Твой брат преступник, и никто не может сделать его хуже, чем он есть на самом деле. Ничего, недолго пареньку осталось разгуливать на свободе. И нравится тебе эта Миранда или нет? Но мы поймаем этого супчика. Пошли. Артуру его ненавидит. Терпеть не может. Он способен на все. Я пойду с вами. Миранда, закон скажет свое слово. Не защищай его больше. Ванесса! Ванесса, как здорово, что я встретила тебя. Я только что видела твоего приятеля. Знаешь, такое впечатление, будто он рехнулся. Не знаю, что с ним, но кажется, он не в себе. Что с ним такое, Ванесса? А с тобой? Что с тобой, Ванесса? Ты вся желтая. Что с тобой? Ванесса, ты меня слышишь? Куда он пошел? Куда? Куда? Ты пошел на наше место, левша. На наше место. Почему? Куда она могла пойти? Наверняка она пошла искать левшу. Где искать Габи? Где они могут быть? Может, у них есть какое-нибудь постоянное место? Ты не знаешь? Нет, не знаю. Не имею ни малейшего представления. Но это где-то недалеко. Где-то на соседних улицах. Конечно, но если с ней что-то случится, я себе этого никогда не прощу. Успокойся. Хорошо? Возьми себя в руки. Мы найдем их. Спокойнее, Рикардо. Пошли.
Ванесса. Ванесса, любимая. Какая же ты красивая, богиня моя, принцесса. Красавица моя. Не спускай с него глаз, я еду. Еду. Аурелию его нашли? Да. Наш голубок сейчас купается в городском фонтане. Пусть Егор не так умен, как ты, но с работой он справляется блестяще. Я еду. Аурелио, я пойду contigo. Я с тобой. Зачем? Чтобы реабилитироваться перед тобой. Сделай одолжение, я имею право убить этого кретина. Имею право. Ладно, давай. Посмотрим, осталось ли в тебе что-то от карающего ангела, которого я вытащил из грязи. Посмотрим. Я убью левшу собственными руками. Я убью его. В чем дело? Почему ты остановился? Это бессмысленно, Габриэла. Мы не найдем ее. Лучше позвонить в полицию и предупредить их. Ой, не надо. Лучше сами попробуем их найти. Мы только зря теряем время. Поедем. Поедем искать. Мы обошли уже сотню мест, и ничего. Это бессмысленно. Ничего не получится. Ничего. Но мы же не можем торчать тут. Не можем терять время. Разве ты не понимаешь, с ними в эту минуту может произойти все, что угодно? Ну ладно, если хочешь, оставайся, я пойду сама. Буду одна искать. Нет, нет, Габи, подожди. Подожди. А чего ждать? Чего ждать? Ну ладно, ладно, пошли искать их. Будем искать дальше. Подумай, может, есть такое место, куда они привыкли ходить? Ты не знаешь такого? Я же сказала, представления не имею. Они об этом никогда ничего не говорили. Но должно же быть такое место. Хорошо, поедем искать. И все же попробуем вспомнить. Нет ли такого места, где они встречались? Где-то оно должно быть. Это место должно быть просторное, красивое, как их любовь. Место, где много света, нет преград, только свобода. Никаких препятствий. Ну ладно. Ладно. Мы найдем их, обещаю тебе. Честное слово, не только найдем, но и поможем освободиться. Я отдаю тебе слово. Ты права, Габриэла. Мы найдем их.
Ничего не выйдет, Артур. Мы уже искали его здесь. И что мы тут делаем? Почему мы здесь ищем Бэби? Ты не кубичный полицейский, Миранда. Ты даже не знаешь, где он прячется. Не знаешь. Видишь ли, в чем дело, индейцы? Инспектор – настоящий зверь со всеми, пока не услышит имя Бэйби. И ее Бэйби. Заткнись, Демо. Замолчи. Не смей так разговаривать с начальником. А я сейчас не на службе, Миранда. А ты здесь просто истеричная дамочка. И в первый раз в жизни мне до лампочки все эти официальные пути и способы. В данную минуту я полностью согласен с Артуром. А если ты не признаешь, что этот парень подозрительный, нечист, так это потому, что просто не хочешь это принять. Может, хватит, а? Хватит ругаться из-за парня, которого тут нет и не будет. Сейчас самое главное мой брат. А мы ничего не делаем, чтобы найти его. Ты права. Плохо одно. Мы понятия не имеем, где он может быть. Да что с тобой, Демо? Ты будто уснул. Свяжись по радио со всеми подразделениями. Ну, внимание. На связи следователь Бланко. Разыскивается гражданин, известный под именем Сесар Грубер. Кличка Левша. Смуглые волосы, темные глаза светлые. 19 лет, среднего роста. Вооружен. Повторяю, вооружен. Если я все еще здесь, то вовсе не потому, что хоть на минуту поверила твоему рассказу о моем сыне. Тогда зачем ты здесь, если не веришь? Зачем? Я хочу, чтобы ты рассказала о некоторых вещах, жизненно важных для меня. Только оставь в покое моего сына. Это слишком тяжело. Зачем тебе понадобилось рассказывать при моей свекрови? Зачем ты это сделала? Зачем? Цифры не врут. Рано или поздно правда откроется. И даже ты не в силах этому помешать. Никто и ничто не в силах помешать этому. Солнце рукой не закроешь. Вот он, снова твой сын. Он где-то далеко. Ему холодно. Недолгая жизнь невинной крошки была полна обид и жестокости, а он не мог защититься. Твои семейные проблемы обострились, когда Рикардо, твой муж, узнал о твоей жестокости. Этого уже нельзя было скрыть. И ты испортила тормоза в его машине, чтобы он разбился. Это ты сделала, Сара. Ты. Разве это не так? Пытаясь разделаться с мужем, ты убила сына. Все, я устал. А я нет. Я буду искать их дальше. Габи, прошу тебя, пойми, я устал не физически, морально. Все это бесполезно, согласись, мы ничего не можем сделать. Ничего. Я не собираюсь здесь сидеть и ждать. Куда ты? Никуда. Устал. А я буду искать дальше. Я буду искать их сама. Хорошо, вот тебе ключи, и можешь искать их. А когда не найдешь, ты поймешь, что я прав, это бесполезно. Рикардо, зачем ты так? Успокойся. Не нервничай. А как мне себя вести? Ну, объясни, что мне делать? Если хочешь, давай, ищи их, а я больше не могу. Алло? Алло, алло, кто это? Ванесса? Ванесса, да-да,
Рикардо сейчас подойдет. Рикардо! Рикардо, это Ванесса! Рикардо! Рикардо! Это Ванесса, Ванесса! Ванесса? Да. Алло, Ванесса. Алло, Ванесса. Дорогая, это я, Рикардо. Где ты? Рикардо, помоги, пожалуйста. Рикардо, помоги. Ну все, Эстер. Хватит. Его найдут, и все будет в порядке. Для меня ничего нет хуже, чем это ожидание. Артуру! Артуру, подожди! Ну ты замолчи, как соучастница, ты не имеешь права. Не твое дело, ты мерзавец настоящий. Ты ничего не понял. Я могла бы объяснить тебе, в чем дело. Ты знаешь, что такое бэйби на самом деле? Вот когда узнаешь... Я знаю, кто он такой. Это ты закрываешь глаза на правду. Ну хорошо, я скажу тебе. Скажу при этих двоих. Вот, слушай. Этот негодяй бэйби. Этот бэйби. Он... Этот бэйби... Внимание всем подразделениям. Только что был замечен человек, соответствующий полученному описанию. Следователь Бланка на связи. Где он? Он был обнаружен в парке. Ждем дальнейших указаний. Инспектор Миранда на связи. Инспектор Миранда на связи. Внимание всем патрулям. Ничего не предпринимать. Повторяю, ничего не предпринимать. Парень вооружен. Мы выезжаем немедленно. Ванесса, дорогая, где ты? Что с тобой? Я около университета, со мной все в порядке. Здесь недавно видели левшу. Говорят, он вел себя как сумасшедший. Рикардо! Ванесса, погоди, послушай меня, Ванесса. Ванесса, послушай меня. Не подходи к левше, он вооружен. Слышишь меня, Ванесса? Ванесса! Ванесса! Что случилось? Разъединилась. Она около университета. Только сначала надо позвонить в полицию. В полицию? Именно в полицию. Давай, нет, звони. Нет, Рикардо, не надо звонить в полицию. Они могут причинить ему вред. Позвони в полицию, Габи. Ты разве не понимаешь, что левша вооружен и жизнь Ванессы в опасности, так же, как и жизнь самого левши? Давай, звони. Хочешь знать, что было дальше? Твой муж узнал, что ты жестоко обращаешься с ребенком, и приехал забрать его. Это так? Не забирай его, Рикардо! Не забирай! Рикардо, не надо! Я не позволю пальцем тронуть ребенка. Не смей обращаться с ним так, как с животным. Я его мать. Я сама знаю. Я знаю, как воспитывать. Что тебе для этого надо бить? Ты плохая мать. Я могу защитить его от тебя. Я забираю его. Он не должен расплачиваться за то, что у тебя нервы. Я забираю его. Все! Рикардо, не садись в машину. Если ты сейчас уедешь, ты будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Рикардо, не забирай его. Не увози, не надо. Не сажай его в машину. Все, Сара, все кончено. Я не буду жалеть ни о чем. Рикардо, пожалуйста, умоляю тебя, не забирай его. Не увози, Рикардо. Пожалуйста, не забирай. Рикардо, умоляю тебя, оставь его. Рикардо. Рикардо, пожалуйста. Я умоляю тебя, Рикардо. Не надо. Ты сама убила своего сына, Сара. Правда в том, что это сделала ты. Ванесса, любимая, я знал, что ты придешь, что ты позаботишься обо мне. Я люблю тебя. Я хочу быть с тобой. Хочу, чтобы ты любила меня так же сильно, как и я тебя. Я хочу, чтобы ты любила меня, любила меня. Левша! Левша, это я! Это я, Ванесса! Левша! 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 Обернись! Левша, это я здесь! Посмотри сюда! Посмотри! О, Господи, как же мне тяжело. Я так волнуюсь, не могу дышать. Сердце останавливается. Я знаю, что это из-за левши. С ним что-то случилось.
Вдруг его больше нет. Нет, нет, нельзя об этом думать. Только не это. Господи. Ой. О, Господи. Сколько я еще должна терпеть от тебя и от твоих детей? Послушай, дорогая, у меня нет времени ругаться с тобой. Бесстыжая, бессовестная. Эльвира, уйди наконец, оставь меня в покое. Моя дочь в больнице по вине твоего сына. Левша, послушай, не надо, не сходи с ума. Спускайся, левша. Спустись ради меня, пожалуйста, левша! Левша, умоляю тебя! Мы уедем с тобой. Левша, пожалуйста! Мы уедем с тобой отсюда, от всех этих проблем. Мы будем жить в любви и согласии, любимая моя. Они там, это они? Левша, спускайся! Это я, Ванесса! Обернись! Левша! Я здесь! Левша! Я прошу тебя!